Явка в Новгородской области по итогам пятницы первого дня голосования составила около 14%. Об этом сообщила на брифинге председатель избирательной комиссии региона Татьяна Лебедева. Напомним, в стране избирают Государственную Думу, в области депутатов регионального парламента. Лидеры по явке на выборах в Госдуму – Мышинской, Солецкий и Подорский районы, где проголосовали более 20% избирателей. За кандидатов в облдуму активнее всех голосуют Солецкий и Крестецкий районы. На утреннем брифинге Татьяна Лебедева обобщила полученные данные из муниципалитетов. 13,81% пришли на избирательные участки. Это результаты по выборам депутатов Государственной Думы, по выборам депутатов Новгородской областной Думы. Чуть меньше, это понятно, связано с тем, что применяется механизм мобильного избирателя, и избиратели могут проголосовать по месту нахождения. Явка по выборам депутатов Новгородской областной Думы составила 13,38%. По словам председателя областного избиркома, первый день голосования и ночь после закрытия участков в регионе прошли без существенных нарушений. На избирательных участках присутствует 1618 наблюдателей. На некоторых за процессом следят по 7-8 человек. Кроме того, ситуацию отслеживают онлайн в Центре общественного наблюдения в Общественной палате Новгородской области, где организована видеотрансляция с участков.